лучший ученик, кадет Невельской. Теперь ты сам стал капитаном. Много лет прошло с тех пор, как мы в последний раз обсуждали мое кругосветное путешествие и его открытие. Но не было ни дня, чтобы я не вспоминал о Дальнем Востоке. Я знаю, проход в белое пятно существует. И единственный, кто может его отыскать, это ты. Никто не знает, с чем тебе предстоит столкнуться и через что придется пройти. Но будь готов к тому, что тебе ни за что не поверят. Помни, как бы ни было сложно, я знаю, ты справишься, мальчик мой. Твое путешествие станет не просто очередной экспедицией, а проложит путь в будущее. Твой учитель Иван Федорович Крузенштерн.